Isuzu она себя давно зарекомендовала, как отличный автомобиль. Что у нее ходовая, что двигатель вообще отлично. Это как мнение мое, так и мнение наших водителей. Мы ездим с удовольствием на них. И хотелось бы, чтобы у них их покупали больше, потому что, ну, чтобы люди отдыхали, когда ездили за рулем. Я вот сюда приехал, я проехал, ну, почти 800 километров. Я вообще нисколько не устал. Любая неровность дороги, она практически не ощущается. Это, ну, конечно, есть какие-то крупные уже попадаются. А так идешь прям как на легковой машине, отдыхаешь. В основном у нас берут ее энергетики. Это МРСК, ФСК, которые работают по электросетям, по всяким ЛЭПам. Соответственно, у них у каждого своя задача, городские сети, соответственно. А большинство они берут, потому что вышка защищена до 2000 вольт. Соответственно, это замена проводов, замена лампочек, соответственно. Но это такое основное предназначение. Вышка, она работает вверх-вниз. Наша АГП работает на все 360 градусов, крутится. Соответственно, можно подать ее сразу на две точки, на три, в какое-то место, не отъезжая от места. Это я про энергетиков рассказываю. Соответственно, АГП, они нужны многим еще фасады делать. Это все рекламным этим организациям берут они их. В аренду, вот особенно Москва, их прям на расхват берут с весны до осени, они идут на ура. Соответственно, значит, получается, что машина, она дает прибыль. Любая машина с АГП, она дает прибыль.